В рамках проверки готовности избирательных участков к предстоящим выборам президента Российской Федерации глава республики посетил участок для голосования в ауле Псыш. Помещение оборудовано информационными стендами со сведениями о зарегистрированных кандидатах и другой информацией. Готовы урны для бюллетеней, кабины для голосования. Организовано видеонаблюдение. На участке будут работать наблюдатели. Предусмотрена охрана общественного порядка. Работает пожарная сигнализация. Как сообщила председатель участкового избирательная комиссия номер 74 Марина Пшнатлова, на сегодняшний день на избирательном участке обеспечена 100% техническая готовность. Количество зарегистрированных избирателей составило около 2000 человек. Помимо них есть и те жители, голосование которых будет организовано на дому. Всего в Карачаево-Черкесии 15 марта откроется 252 избирательных участка. На каждом из них весь комплекс подготовительных мероприятий завершен.